Дождь из мужиков, вот Друиде. это вот? Да. Накастовал тебе спокойствие, жена. Спасибо. Я спокоен. Скорее грозу. Гроза вас лупит? Через спекнулся уже? Угу. Кота спекнулся, да. Тут там не врывайтесь, что вот эти дуры, они не повернулись на вас. Ну, если типа повернуться, то захиливайте сильно. Все, давай. Очень-очень. Не сп... Как мы любим. Фан не помогает от этой херни. Сейчас я тебя в дилку дал. Милики, аккуратно, когда будет эта хуйня. Сейчас лед будет, уходите сразу. Бля. Ты что, всех замерли? А не, меня забанили просто. Понял. Здорово, тут охотница, что доработаем. Это вот этой, которая повелительница смерти, и нас позволяет. Сейчас вот изгнание будет кустовать. А вот там не больно стоять? Нормально? Ладно. Говорю, подойду. Ой, я сбил. Удержать можно. Ну да, обычно не агрит столько. Сорту идем. Зачем коптишь? Ты че подумает, блядь, я его че взбесил? У меня макрос через капс. У меня все кнопки заняты. Банка. Ой. Кап. За капс. Мут. Чё ты там пердишь против меня? Ты так тихо. Чё самое. Говорит, мут тебе надо дать. Ну просто ты шутки не рассказываешь, как вчера. Давай я охотницу одну потанчу. Ну, сам смотри. Ты охотницу. Ну ладно, слейте ее тогда. Ну да, так милики, поработайте. Чё, я думаю. Милики, работайте, отведай вот этих кутилок, убейте. Шашенька. Что такое? Давай следующий. Тише, 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 сюда иди. А как ты по-другому хочешь? Хм. Всех умолять, что ли, надо? Кого-то бить? Ну, если хочешь, чтобы так обращаться, это тебе женщина РЛ нужен. Да, женщина РЛ нужен. Они так общаются? Ну, некоторые так общаются. Я бывал иногда. Не будут общаться. Ну, я видел, как некоторые обращались. Короче, полководцам в каст вихря можно давать стан, гриппать, чтобы вас не шло. Ну, если пяти можно не давать. Да тут уже ноль урона. Ага. Ты уверен, 0 урона. Ты на рейдфрейме посмотри. Ну если хилый хилит, 0 урона, правильно? Все. Нормально. Хилый хилит, 0 урона, значит, по-любому. Я пол поменять, чем себе. Может ламинат поменять еще. Че, смотрим, багается или не багается? Поехали. Да она уже не забагалась, если светит. Там на ней нет. Сейчас не забагалась. Не, не.
Сейчас починили. Там иногда бады льются, но не помню. А, нет, трэш. Ее, по-моему, поломали. А, и трэша нету, да? Пойдем. Там работа, какая-то прожизненная была. Да точнее. Нет, иногда работает, иногда нет. Не поломали, а адаптировали. Вот так. Сирус ничего не ломает. Ну все, ребята, уже нет. О, да, маленькая так. Валькирка. Они ослабили. Да. 150, вкусно. Халява. Все, гол сразу тогда добавил. Раньше за фулл Ноксрома 150 ОД было. Погодь, дай рыбу обновлю. Фулл Ноксрома. Дайте каску, я на крик. Должен. Да, каску обновили. Чисто баф еще нужно обновить по Керосу и Серафиму. По Керосу и каску. Инту можно обновить. Ты лагаешь, Саня. Инту жестко. Что с ним? А он крутит специально, круче. Все, гол. Ой, сейчас. Я портал. Да, окей. Я портал, новый портал вот этот вот. Ты, блядь, робот. 2, нет. 1. Электроник. 1-0-0-1, блядь? 2. 2? Ты уже что за программа идет? Новая. Сюда подавляторы. Слева подавитель. Они уже мертвые, они ничего не знают. Самое жесткое я сейчас. Дрота началась. Нет, хорошо. Давай еще воздух свежий будет. Сзади баба. Жертва червяков жестко подлетит. Ой, Саша еще скелета бить. Ой-ой-ой, рыгающий этот. Не. Смотри, я вот. из пуза выпрыгиваю. А знаете, есть абуз жесткий. На Валь, куда есть руи накидываешь. Какой абуз? Нифига себе, она порталы открывает. Ебан. Ой, красотка. Чё там, я тоже полететь хочу. А, не протыкать его ещё даже. Да, из портал. Подавить? Подавить или слева идут. Убейте кто-нибудь. Ну жёстко, чаруки идут вот так вот. Волшебник, сюда его. Источаешь. Зарыгающий. Да. Шебни. У нас один приз, да? А сколько тебе нужно? Не, приз потом, знаешь, засадишь гимн свой этот, чтобы сесть. Жестко. До 100. До 100. Да, сейчас скоро забей. Платина достали. Сколько стаков уже? Че, вылетит, посмотрите. Сейчас вылетает, а там 3 стака всего. Это была шутка? Надеюсь, что шутка. 36. Лок, если есть доспехи, давай по себе. Через себя, чтоб хилило. Там вы найдете спасение, герой. Следующий, последний. Все, у нас следующий
Дашь Геру, ты сразу... Не обязательно, я просто прожмусь. А зачем нам Гера, все равно ей нужна будет еще минут 10, мы трэш будем чистить. Мы трэш будем чистить. Хватит спорить с Релом, когда он говорит что-то. 50. Вот это просто скажешь, я дам вообще плохо. Вот это вот нормальный схил заходит, 218 тысяч. Да, давай Герус. Тангин, давай, дух, Тангинс. Гейм поможешь, что ли? Ну, баф это, на 10% хил. 15 секунд. Все, все уже. Жестко хп усиливает. Оп. Вчера вот и квест. А где квест? Вот он. Вот он стоит, квест, девочка. Где? Говорит, а, отдых. Бля. О, поезд. Тебе поезд такой. Нужен? Угу. Тебе надо? Не-не, забирай себе нож. Просто спасибо. Это должен сделать один или все? Вот это я не знаю. Пойдем. А что там надо? Из кружки не пробуждай жестко. Тыкнуть вот эту хуйню надо. Ну когда она же взлетать не может на последней фазе. На последней фазе просто кинуть надо, да? Да. Ну там что-то луч какой-то будет. Я вот не знаю, один это или все. Один, наверное. Хуй знает. О, квест. О, квест. Я у Дэжу рассказал тайм. Я же сказал, на Синдрагос. Поезд танковский у танка. Должен быть. Да, танковский. Серафим, дай поезд. Он по мейнспеку танк. Ой. Так, че, прыгаю? Можно будет отойти на пару минут? Да, можешь в центр стать и отходить дверь. Окей, все. Пошли. Там написано, что 4 спутника достаточно. Ага. Ну ничего, прожмем все вместе. Правда. Вместе 4. Там смотри, она получается будет ослаблена, и надо, чтобы 4 чела. О, блядь, больно. Больно, да? Надо было мне в танк спекнуться здесь. Какое-то пробитие чувствуется. Сейчас надо будет быстро резнуть. Где Серафим? Серафим, ты не сможешь пуститься, по-моему? Или сможет прийти? Почему сможет? Лестница запрыгнуть ему. Сейчас быстрее добивать. Резать. Второго тоже резать. Зови, что быстрее могу. Я не могу вставать. Резать еще раз. Рез не дали. В смысле, я тебе дал. Ты мне ничего не дал. Даже сумануть можно. Шкаф и были сумануть. А, кстати, да, шкаф. Давайте, сумануть. Только надо быстрее, сейчас мобы уже выйдут. Ой, я не вижу, куда тыкнуть. Вышли. Вот, там башаши? Уходите, уходите. Да, башаши. Милики, отходите. Понял. Тут добить. Там БШ с 10 метров бьет, отойдите все равно. Да. Ты что, он так по КД будет вообще не подойти? Ну да. Да. Энх, отойди, сейчас язык закончится. О, нашел момент. Все, ухожу. Все, давайте они по одному мельку сбиваются. Лучше плохо шить. Что-то они под шаманили, в целокатере меньше боя падает с трэша. Угу. Вот заметно, раньше получше было. А сейчас что-то изменили. Вот шанс, походу, по едине меньше сделали. Да зеленку тоже хватит. Тыкните в шкаф. Да он бежит, он уже.
Он бежит, бежит. Он уже здесь. Ну, нифига! Ты оттуда блинк сделал? Что нахуй? Его телепортировало. Я думал, он блинк сделал. Офигеть, я думал, блинк. Чему магл дашь? Че, я... Че, еще не все, да? Прикинь, заново запустится. Да. Все, здесь нафиг. А чё, бля, ничего, да? А чё, а ничего? Бля, понял. Ой-ой-ой-ой. Вот и боец. Я, кстати, нашёл. Скрин есть жесткий? Счастливая лапка. Я заглянул в чел и там открыт. Айзер. Да, счастливая лапка. Второй раз уже такая хуйня падает именно здесь. Это кольцо, ну, по-моему, самое дорогое. Мы выйдем как-то нормально. Почему страшно ДС не падает? Нормально. Да, почему ШМ не падает? Его пульсирующий нет. Кристалл жизни. Это на Синдру вот это как раз? Или что? Да, да, на Синдру. Он когда она ослаблена будет, вроде говорит третья фаза. Мы 4 тела юзаем, и все, и квест выполнен. Потом надо будет только убить ее. Ага. Вроде. Верни мне квестку, пожалуйста. Это вот этот гонщик. Да пусть мелики юзают. И каску потом по Серафиму и по его бандажу. Да все, все, беги уже сюда. Смотри, гнев небес сейчас дашь, или они как эти дракончики придут, иначе сложат нас всех. Кого поможет позвать? Написано, что 4 тела должны юзать, как минимум. Ну, давайте все юзим. Бибип. Пахстан не надо, извините, я что, специально этот звук имитирую. Ебать. Что? Ты просто посмотри на это. На, нахуй. Посмотрел. Ты на другое посмотри, смотри. О, нихуя. Вот если бы так на боссах было, да? Нормально. Это пиздец. Резайте быстрее, ребят. Так у тебя валькиры, ты видишь, что они накрутили? Смотри-ка. А у меня сломалось это. Рекал. А не Никара, смотри. Да? Это у Никара, да, да. Только. Пойдет, пойдет. Ставьте крестницу, чтобы не только у вас. Слабенько? Пойдет. Да, ты прикинь, каждая валькирия еще по 6 тысяч тебя отхиливает, это пиздец. Mm-hmm. По 6 тысяч отхиливает? Mm-hmm. Вот танку бы такую, да? Да нормально. Кахелики надо. Вот этот курик вон нас. В одну посох и поехал. Уже монах получает. Что дру нельзя. Этот кидай постоянно корни в ПКД, чтобы кидай. Надо, чтобы меньше 20 не было. Вот уже обновлять надо. Короче, на 21 секунде надо обновлять пока, да. Лол. Что? В меня взрывы все кастуют. Mm-hmm. Уже третий, блядь. Нормально. Развернуться не мог. А, ну все, сейчас вернулся. Фиксируй, фиксируй. Сейчас не забывайте, после того хрептобурста, или как там, хрептохруст. Mm-hmm. Это этот... Сейчас начнет по нам хуярить синдром.
прожмите все, что есть. Я расшаман, там, то, что может, короче. Ой, сюда, дружочек, где малыш? Я в комнату не буду заводить здесь. Вот здесь будем, давай. Так поближе. Не, вот, ближе к лестнице, да. Вот здесь. Чтобы вот. Центра не спужилась. Вот с правой да. колонны вот здесь. Нормально, скачет. Опа, видали? Называется бус. Сейчас подойду, ребят, надо дойти на минуту. Это иммун, конечно, к болезням не приятно. Только на болезни. Угу. На кровоток. Да. Dead Inside, получается? Да. Час сколько? Час 40 идем, получается, ну... В рулетке будет 7DS. Ага. Поражаться надо. Все жестко будет, да. Так вот сюда отойдите примерно на эту половину. Оп. Нажал кнопку и все, и вообще ничего не пытаешь. Спокойствие, да. Оп. ББ. Эй. Вообще. Женек, чего умер? Так, и тут? Слабенькие ножки получил. Что-то тонул? Это же глыба из жена. Она пошла домой. Пошла домой. Серафим, ты тут был? Мы же убивали Сандру. Женя... Помнишь, что да, окей. Мне глыбу пробило, блядь. Не ее брать. Получается, слабенькая глыба. Ну все как всегда, первую метку выносим в треугольник. Тонзис, то я спекусь с танка тогда. Пекаю костер, да. Чтобы согреваться. Надеюсь, меня не пробьет. Что получается? Когда прожимать эту херню надо? Какую? Попозже, попозже. Очень дорогой вот это. Кстати, да. Ну, я не знаю. Да прожмем рыбку. Нормально. Поставь нурик рыбу. Да, рыбку поставлю, пейте сапроту тогда. Были бы они еще. Есть ГБ или закончились? Стрель ставьте, будем греться. Если на нобе брали, то значит ничего нет. Потом грейд есть. А что, вы выходили сегодня? За... А, да. В ГБ есть, да, саппорт. 10. А в какой ВК? В обычку или в ВВК? В ВВК. Зачем нам в обычке? Мы же тогда вчера ходили. В ВВК, ну, сегодня. 25. Нет, сегодня-то. Я думал про сегодня. Нет, вчера. Ой, блядь. Как взял? Сизельки спи. Оу. Да себе, брат. Ворк получается? Да, получается, да. Короче, милики, хилов не напрягайте. Если что, вот эти камни локовские ешьте, поставьте на панелику. Если видите, что освобожденка на двух хилах, не бейте. Лучше дольше будем бить. Да, Гуда, у тебя есть двуручник? Двуручное оружие? Если есть, то лучше его так и будешь лутать нормально. С твоими одноручками. Двуручки с собой нету. Зря получается. Поставь флок огурцы опять. И дай СС по ИВБ или на это, знаешь, по-любому. Тут ветки друг от друга подальше можно, а то вдруг двойной урон еще получит. Да вы не прямо в метке можете останется, а просто. Так вот так примерно. Вот так. Не обязательно метки, да, просто рейндж 8-10 метров. Все. Готовы? Добавим полдрин, да. Стаки же там вроде рандомные вообще вешаются. Как я их буду добавить? Дайте каску. Тут каску припоты, а не по ДБМу. Каску, каску, пожалуйста. А, спасибо.
Интурас, да, еще раз? Что летит, подруга? У тебя на самом инты нету. Все. Вот сейчас прибор. И прям на меня. Чё, Саша, 300к отпускаешь, 300к отпускаешь. Какие три, опять же. Опа, полетел, котёнок. Меня ставьте справа. Мне надо, мне спину бить. А, ну, ты ладно, отлетай-то ты сколько ещё. Ну я подпрыгну. А ты увечаем, бахай. Обижали. Барабаны дал. Куда она за... Смотрите метки. Опа, пошли. Херус. Мистер дубовое окошко. Угу. Я так, шарю вроде как. Чё к чему. Правый стоп. Левый. Правый левый. Все уже не работает. Правый стоп. Потом не забывай дуань свободы на танка кидать, когда взлетает всегда. Там вы просто можете иногда забыть, спросить. Смотрите слева, подумаем. Все ломается. Чем помочь? Мы. Ты мне... На хиле освобожденку меньше стаков хватает. Хватит. Кирилл сопрохил. Жен. Дай БР быстрее. Ничего. Сразу им разолей, потом. Залил. Стой ближе. Тогда тебя не будет долго притягивать. Все, полетел. Да, полетел. Прохил быстро. Прохил тирит. Опа. Лапку обнови. Крилит и прохил. Дуэм. Слева падает. Все, левую не бей. А, левую вообще не бей. Паста. Ебать, я медленный. Быстро сломали. Поближе к мелизуме стоит. Только смотри, с руки не вот это так. Это можно будет. Да, вы тотем исцеляющего потока ставишь? Нет. Ставь его лучше. Я сопрот ставлю. Нет, третий тотем. Очищение стоит. Поставь исцеляющего потока. Поставлю. На двух хилах освобожденку, меньше стаков лутайте, пожалуйста. Или прожимайте сейвы. Серафим, много стаков. Нет, еще 2%. А, нет. Отбежали. Быстро отбежали. Показала фазу просто. Нет. 1%. Все. Первую в треугольник выносим. Все, первая в треугольник. И чё он у неё, заяц? Первая метка в треугольник, ИВБ на его. ИВБ на фу прохильте. Так. Ну, осторожно. Сломайте. Разбиваем? Разбивайте. Тут как будем? Первую? Потом вторую нет? Геру дайте, прохильте рейд. Геру дал. Второй вак в центре, остальные отбежали от него. Пройдите немножко.
Ждем протяжку, потом я сменю тебе лак. А я сейчас этот, уеду. Обжигающий холод, не бейте, не бейте. Я один буду подбивать, отбежал. Отбежали миньки, отойдите за глыбы, кто стоит. Отойдите от глыбы, сейчас убьет. Я резнусь. Добейте. Резнулся. Добейте. По глыбе поработайте. Все. Блять, хочу убрать. Быстрее сломайте меня, я заменю лака. Нормально. Есть айсбаунд? Да, айсбаунд. Я иду. Принеси. Давай, мне. Ну, мне... Я в звезду иду? Центр. Отойди. Я забрал. Дубовую прожал. Брось стаки. И сломайте потом. Смотри, там притяжка. Через одну. Притяжка 20 секунд. Нормально еще сломай. Сейчас. Грилли. Иди. Уходи. Сразу сломайся. Да уходи. А, ты забрал? Так, все. Я думал, ты кому-то друг. Глыбу, за глыбу, не ломайте глыбу. Нет, сейчас next метка будет. Сейчас звезд. Похитите. Все, дайте зубы по Серафим. Серафим, звезду и притяжка будет. Звезду, Серафим. Отойдите от звезды. Отойдет. А, всего два. Отойдите, РДД, бейте влево. Отойдите, милики. Милики, отойдите. Короче, не забудал, разбивайте быстрее две эти метки. Быстро две разбили. И сразу меня иди. Все. Я уже иду менять. Метка, смотрите. Похиливайте рейд посильнее. Майте глыбы. Две глыбы разбивайте и сбоку тоже бейте. Разбейте и сбоку. Я потом в центр поставите. Это хилы и ДПС ваш. Быстрее, богу, блядь, все уже убит. Право разбить, сейчас центр поставите. Центр. Разбивайте, я его держу. Забрал? Забрал. Все. Ломайте быстрее, по хил на фуррейт. ЛБ. ЛБ в центр, себе, остальные отошли, да блядь. Только не заморочь. Почему ты там стоишь? Там же следующая в центре должна быть. Вы что, в первый раз что ли сегодня? Падайте уже, все. Что с ним не так с вами, милики? Это пиздец просто. Да работаем. Падайте. Блядь, первый раз как будто сюда пришли. Нормально, что это первый раз закрыли. Почему вы так бежите туда-сюда? Четко дали, сказали, когда бежать в центр. Когда туда надо в треугольник выходить. Что не так? Почему постоянно по две глыбы у нас? Че, убегайте вот так. Просто сюда выбежали на лестницу и все. Убегай быстрее на лестницу, чтобы не запустилось. Все, сюда. Давайте бесхуйно, ребят. Минуток 20 осталось, надо быстро разъебать. Не затупить. Да. 20 минут, иначе не убьете лича сегодня. Или лича будем без вайда бить, это еще хуже. Самим. Так, вставайте, давайте рыбку поставим. СС есть? Или плюс-минус. Что там по СС? Пять минут откинь. Если что, потом накинешь на хила. Кстати, мы кристалл жизни даже не использовали. Я его пытался использовать, толку. Он не ездился. Может, на труп ее, походу. Нет, не на труп, там написано, ты должен победить после этого. После того, как заберешь душу. Да хуй знает, как этот квест делается. Давайте, все бафы есть. Серафим на ап, я на хп отключу. Четыре, три, два,
один. Звезду по центру поставлю здесь. Вот здесь будет вставать звезду. Первая в треугольнике, ее сразу ломать. Вторая, звезда стоит, будет обжигающий холод, который притягивает. Вы прячетесь, но потом отходите. Потому что он все равно бьет. Все же понятно вроде. Не срываем этого. Ой, ебаный в рот, блядь. Ну что тебе, не можешь 2 секунды подождать? Ничего страшного. Падайте. Куда вы, блядь, рветесь? Кто сорвал? Сперва сорвал Серафим, потом маг. Спадайте, давайте. Вы не видите, у нас ни одного на полу нет. Там рыба еще не исчезла. Надо успеть. Когда фазы вот эти кончаются, взлетные, получается, одна выносится сбоку, мы таримся за ней? Одна сбоку, вы ее ломаете, а в центре вы за ней таритесь. В центре, которая только. Да, да. Первая, получается, третья, да, центровые будут. Вторая, там она боковая должна быть, по идее, да? Первая сбоку, вторая в центре. А-а-а. Когда я говорю еще раз в центре, значит еще раз в центре. Кончилось. А потом уже дальше идут. Так ты прям не за глыбы в центре. Вот рыба. А подниматься надо на лестницу, когда она что-то кастует? Или можно за глыбы зашкериться? Надо по-любому, да? Да, он обжигающий холод кастует, вам надо этот... Я просто танка против нее стоял. Тяжело. Дайте ВБ саппорт. С ГБ откройте ГБ, дайте саппорт и пойдем ВБ. Зашел. Что, продали его, да? Что, продали? Да. Сейчас погнали, то у нас Серафим что-то сидит. Горно. Летел босс. Все тут? Вака, фака. Он про хилечек идет сейчас с нами. Освобожденка на 2 хилах, не копите стаки. Убежали друг от друга. Хорошо. Прилетело. Право рядом падает. Что? Аккуратно. Слева рядом. Справа рядом. Прохильте нахуй, пожалуйста. Тихо,
Давайте чуть больше ДПС, мы сейчас в Брюсу упираться будем. Все. 7 минут уже до Берсы вроде. Мы еще долго перебегать будем. Ой, блять, я еблан. Сарканал-то сразу сломайте. По левой стопните, это все разбить. И правая сейчас сломается, блядь. А все, она прилетела же. На хиле одно. Освобождем. Аккуратнее. Далеко не стойте, удобно. Барабаны, да. Не успел, походу. Давайте. Переведем, если переведем, хорошо. Если нет, 5 секунд или так, перевели. Все. Первое в треугольник метка уходит. Похильте фуррейт. Освобожденка на хиле аккуратно. Киру спожми в дубовую. Милики сразу сбили. Милики. РДД играйте в босса. Милики сверху подбивать будут. РДД в босса играть. Фулл хил. Прохильте. Вероника в центр стали, отошли от меня. Прохил рейд. Дай спокойствие. Сейчас обжигающий будет. Подбейте. Кажется. РДД подбейте. Отойдите, милики, не подходим. Сейчас будет взрыв, сразу ломаем, я меняю типа. Все, вот, я поменял. Вот, я сменил. Не сменил? Все. Сразу ломайте. РДД всегда босса бьют, РДД бейте босса. Милики правые подобьют сам. Кто там? Кто в центр должен? Все. Стайки сбросите. Потом ломайте сразу. Сбросили стаки? Да. Похил. В треугольник, да? Треугольник, да, да. Все, отошел. Милики сломайте сразу. Блять, я не успел сбросить стаки. Подержи пока. Сейчас на ком метка? Зубы дайте, Керу ставь в центр, отойдите быстрее. Да, подхожу. Все, сейчас будет обжигающий, и РДД подбейте. Я сбросил стак. Сейчас после обжигающего холода заберу. Прохильте фул, Веронику. Все, я забираю. Ломайте, и Гера пошла. Я забрал. Гера пошла. Треугольник сломайте сразу, милики, РДД, бейте босса. Ой, заберешь скоро? Там сейчас все милики заморозитесь, алло. Милики, отойдите! Чё, отходим от... Блять. Пиздец. Быстро сломайте вторую. Забирай уже, я сейчас уйду. Дайте сальву. Ой, не сальву, забирай. Всё, забрал. Всё, в треугольнике сейчас. На мне. Кирилл треугольник, да. Да-да. Все, сразу сломали милики. РДД бьет босс. Все, я сбросил. Я иду, иду. Камень нажмите. Камень нажмите. Серафим. Все? Сколько еще там? Ничего не надо уже, все, нормально. Можешь добивать.
Быстрее добейте, блядь, сломайте эти. Сферы сломайте быстрее. Прохильтеры. И ВБ, давайте. Если это 10% делать, но это... Я не знаю, кто будет ломать, весь рейд замороженный стоит. Весь рейд замороженный, да. Да, Буда, и сможешь сломать, если ты в этом... Я тоже заморожен, все заморожены. Да, блядь. Там надо на 10% делать это? Да, она юзалась, кстати. Я понимаю, что блядь, кто в миле разлил? С меткой. Только что заруинили нам синдром. И это 30 секунд нажимать надо? Ничего не надо, там стаки на 8. 4 стака и все можно убивать. Мне кажется, это надо поддерживать в течение, пока ее убивают. Или 30 секунд до конца каста, непонятно. Это РДД зона плохо. Можно, короче, добить, будет другой день, два босса. Давай ластрай тогда. Да все, уже уходить надо, 9 минут осталось до сбора. Ты не успеешь или на один трек как раз 10 минут? Да нет, там сбор. Через 9 минут уже. Сейчас пока поедим, 2 минуты бафнем, все уже. На половине трая надо уехать. Сейчас Саня позвоню. Ну, хорошо, спасибо. Ну, если какой-то день, может, соберемся.